объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мы не допели, не договорили, нам каждая минута дорога. И поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никому его не отдадим. Бордо, сесть сможешь? Да, точно. Бордо, на посадку. Косматы на круг. Проще, вас понял. Все смотрим в объектив. Улыбаемся. Улыбаемся. Хорошо, очень хорошо. Прошу к столу. Все к столу. Эти люди сами выбрали службу в вермахте. И счастливы на службе. Посмотрите, они довольны. Разливаем. Пьем. За стол. Едим. Так. Отлично. Достаточно. Свободны. За работу. Быстро. Это все. Прошу вас. Пожалуйста. Пойдемте со мной. Прошу. Что у нас тут? Что предпочитаете? Шнапс или вино? Лучше шнапс. Шнапс. Очень хорошо. Пошли. Что сейчас? Иди спокойно, не оглядывайся. Идем по делу. Ваше здоровье. Пост. Давайте сделаем пару фотографий. Только офицеры? Да, фото. Сюда? Да. Хорошо. Давай в кусты.
Кучнее. Улыбаемся. Тревога. Что там случилось? Быстрее, быстрее. За ними. Не дать им уйти. Стоять, стоять. За ними. Шевелитесь. Догнать их. Вставай! Вставай! Умирать только тот, кто готов умереть, а я еще не готов. Давай, беги! К реке! Сапоги снимай! Давай, сдержать надо, и все люди поймут. Плавать ты умеешь? Да. Вставай! Отставить. Стройся. Быстрей. Быстрее. Налево. Шагом марш. Быстрее. Доложите о случившемся на тот берег. Есть, господин полковник. Они должны немедленно организовать преследование. Пойдемте обратно. Чертов репортер не должен написать о произошедшем. Разберись с этим. Есть. Вот они откуда в гости к нам. Угу. А зенитки? Так, по внешнему периметру 8 зениток, по внутреннему 5 четырехствольных. Крепко закрылись. Угу. Товарищ подполковник, разрешите свободную охоту, а? Мы их на взлете будем по одному срезать, как они нас. Да нет, тут не охота. Тут не по одному. Тут разом надо. Самсонов, вызывай комдива. О, а вот и наши геройские орлы. Ну, рассказывайте. Завтра с утра идем на сопровождение штурмовиков. Разнесем их аэродром к чертям собачьим. Какой черт вас туда занес? Да, аэродром — это тебе не игрушка. Это такое дело, огнеопасное. То, что не игрушки, это мы сегодня видим. Но только это ведь они нас к земле-то и прижали. Борька, да я же разве против? Я ж только за. Расплатимся с гадами. Да, Михайлович? Да. Мужики, как насчет того, чтобы тушенки рубануть, а? А я за. Поддерживаю. Оп, лови. Так. Мужики, это на вас, на всех. Нам, значит, на всех оселец целую наметил, да? Почему целую наметил? Дурак. Мы с Коляном пополам. Да, Колян? Так. Колян? Держи. Оп. Между первой и второй перерывчик небольшой. Что это с ним? Не знаю. Да. Так. 3-4. Оп.
Вот видите, второй далеко не уйдет. На том берегу уже организовали облаву. Тим, нужен снимок для газеты. Что? Снимок. Снимок. В фоторепортере. Снять хочешь? С ним, что ли? Давай, давай, иди. Иди, иди. Ближе. Немного ближе. Улыбнись. Вы должны улыбнуться. Хочешь, чтобы я улыбался? Да, да, улыбнись. Хорошо. Так? Да, хорошо. Хорошо? Хорошо, Тим. Не беспокоит? Не. Хорошо. Ну, давайте, одевайтесь. Садитесь, садитесь. Заключение отдадите по месту жительства. Пусть вас понаблюдают. Это не заключение, это приговор. Вы меня убиваете этим. Да я вас спасти пытаюсь. А вот если вы полетите, это и будет самоубийство. Все. Все, все, все. Ладно. Петрович едет за продуктами. Я попрошу, чтобы он подвез вас. Идемте. Идемте. Петрович, Петрович, погоди-ка. А? Иди сюда, иди сюда. И? Я тебе пассажира нашел. Товарищ Литовченко, вот Петрович проводит вас и довезет прямо до станции. Ясно? Есть. Спасибо. Доставим в лучшем виде. Да не за что. До свидания. Давайте-ка. Счастливого пути. Садитесь, товарищ капитан. А я все равно полечу. Да.
ты забыла? Мне не надо. Ну как, это ж подарок. Пригодится в тылу. Опять Ирод заявился. Курей наших брать будешь. Только хрена вам на палке. Ваши уже все забрали. Дети с голоду мрут. Я свой. Я к своим иду. Я тебя оставить не могу. Немцы кругом. Увидят и меня, и детей. Никого не пощадят. Чего надо-то? Я есть хочу. Возьми, больше не могу. Спасибо. Ты немца Иродом не называй. Он поймет. Ладно, иди уже. Спасибо. Таким образом, заходим с трех сторон. Штурмовики идут отсюда и отсюда. Высота первой эскадрильи 400 метров, второй 700. Угу. И следите за высотой, а то попадете на скрещивание. Вопросы по маршруту есть? Никак нет. Ну что, тогда на построение. Ваша задача. На скорости, на бреющем, нанести удар по зенитным батареям, уничтожить огневые точки и затем обеспечить штурмовикам воздушное прикрытие. Сегодня мы раздавим врага в его логове, отомстим за наших товарищей и еще приблизим нашу победу. По машинам.
держи. Что у него с машиной? Да все в порядке, должен был взлететь. Черт! Михалёв! Николай! Ты что, заболел? Никак нет. А что? Устал. От чего? Не могу, товарищ полковник. Устал. Как это понимать, товарищ старший лейтенант? Ты чё? Не могу. Ты что творишь? Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Ну-ка, быстро в самолет. Еще не успеешь их догнать. Не могу. Это в невыполнении боевого приказа. Здесь трибуналом пахнет. Да хоть расстреливайте. Дурак. Какой же ты дурак. Сдай оружие. Арест его. А ну стой, стрелять буду! Стрелять? Я свой. Сюда иди! Стоять! Здорово, ребят. Здорово. Ну что у тебя там? Сейчас поедем. Как жизнь, молодая? Нормально, не жалуюсь. Вечером на танцы пойдешь? Ну а как же? Первый танец мой. Спасибо. А-а-а. Смотри. Какая выправка. Здорово. Здорово.
Мамчик, вот и я. Может быть, у тебя что-то случилось? Может быть, дома? Ничего. Ты понимаешь, что теперь будет? Я понимаю. А я не понимаю. Я не понимаю. У тебя более 200 боевых вылетов. Если человек трус, он сразу трус. А у тебя 8 сбитых. 27 штурмовок. И что, вдруг струсил? Хотите, называйте так. А я не могу больше. Я устал. Ха, устал? А я не устал. А твои товарищи, которые сейчас летят на зенитке, они не устали? Погоди-ка. А фотопулемет за последние вылеты? Ты что же это? Специально то по лесам, то в небо полил? Боезапас жёг? Да. Вадим Петрович, давайте я вам чистый листок подпишу, а вы там сами допишите все, что... А меня обратно. На губвахту. Нечего мне сказать. Нечего сказать? Но тогда слушай, мотай на ус. Если ты думаешь, что тебе это с рук сойдет, ошибаешься. Терентьев по своей линии уже накатал на тебя рапорт, так что начальство в курсе. А он в выражениях не стеснялся. Будь уверен, ты у него и трус, и предатель, и даже агент завербованный. Так что ни я, ни Конищев уже ничего сделать не можем. Так ведь я, Вадим Петрович, не прошу ничего. Только в покое меня оставьте. Дурак ты, дурак. Конвойный! Уведите арестованного. Ну и хорошо, что списали. Ну, их эти самолеты. Здесь вон тоже есть где работать. Поживешь с нами. Лид. Что? Ну, ты б сняла эту гимнастерку. Платья вон остались. Лидка! Катюша. Лидка, привет! 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 Уже весь поселок знает. Здрасте, тетя Валь. Здрасте. Пойду луку зеленого подергаю. Ага. Ну, надо же, какая ты стала, а? Какая? Не знаю, какая ты строгая ты стала. Чай будешь? Я сейчас. Ой, горячий. Ничего, что я хозяйничаю тут, а? Да ладно. Ты давай рассказывай, как вы тут? Да сейчас ничего. Раньше бы тяжелее было. Мужики и парни все на фронт ушли. Из нашей школы многих уже нету. Вот. В поселке одни бабы да старики остались. А потом ничего. К нам завод эвакуировали, а вместе с ним рабочие приехали, повеселей стало. Знаешь, правда, сначала какое-то старичье прислали с инвалидами, а сейчас молодых ребят много. Ешь давай. А что же они не на фронте? Больные, что ли? Кто больные, а кто и... Дай по броне. Это что такое? Хм, темнота. Не знаешь, что ли? Ну, бронь. Ну, штука такая. От призыва освобождения. А сейчас многим дают, особенно если специалист ценный. А если хорошо попросить, то и любому дадут. Угу. Правда? Хорошо вы тут устроились. Пока другие на фронте гибнут, вы... Знаешь, как это называется? Хм. Ты только меня не агитируй, у нас у самих парторг имеется. Можно? Легок на помине. Заходите. Максим Сергеевич, а мы только что про ваш завод вспоминали. Ну, значит, я удачно зашел. Здравствуйте, Лидия. Максим Сергеевич Жирков, парторг завода. Ага, вы присаживайтесь. Нет, я на минуточку, мне... Садитесь. Спасибо. Лидия,
У нашего завода сегодня юбилей. Пожалуйста. По этому поводу, спасибо, будет митинг. Я бы очень просил вас выступить. Вот еще. Да, вы знаете, я как-то говорить-то не очень. Митя, вы коммунист? Да. Вы понимаете, что люди работают по 20 часов в сутки? Я понимаю. Но вы понимаете, что их необходимо морально поддержать? А кто, если не вы? Если не вы, не боевой офицер, летчица. Летчик. Тем более. Давай, Лид. Хорошо, я выступлю. Спасибо. Я пойду. До свидания. До свидания. Лид, а это что, Красная Москва? Ага. Дорогие, наверное. Не знаю, дали вместе с орденом. Руки к осмотру. Перевернуть. Капитан, прервитесь. Продолжайте. Есть. Кругом. Ну что скажете, доктор? Правую ногу на нас. Ну, я не специалист. Но ему не трибунал, ему лечиться надо. Так сказать, классическая депрессивная триада. А попроще нельзя? А попроще? У каждого человека есть предел. Михалев летает с первого дня войны, 2 года без перерыва. Он не трус, он выгорел изнутри, он болен. Ему бы месяца два в санатории или в госпитале, он бы восстановился. Я могу дать заключение для трибунала. Это не поможет. Трибунал — это не суд чести. И адвокат не предполагается, впрочем, как и доктор. Так что в санатории это вряд ли. Расположение шагом марш. Так точно, с землей их сравняли. Да ни одному даже взлететь не дали. Разрешите? Правда, зенитки работали плотно. 2 наших сбили. 2 погибли. Подробный отчет составлю, пришлю. Разрешите? Понял. Понял. Есть. Вот награды прислали. Но Литопченко уже в госпитале вручили, а вот Михалеву орден Красной Звезды. Так, и как быть? Но награждать нельзя, он под арестом. Ну, а если в штрабат, все равно и наград, и звания лишат. Ну, а представь, вчера бы пришло. Что, не вручили бы? Вручили бы. Черт. Когда его в дивизию? Завтра за ним транспорт придет. Так, ладно, с Михалевым все понятно. С остальными откладывать не будем. Объявляй построение. Есть. Под знамя! Смирно! Равнение направо! Проявленную стойкость и мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Медалями за боевые заслуги награждаются старший лейтенант Дементьева. Я! Ко мне! Есть! Товарищ гвардии подполковник, старший лейтенант Дементьева для награждения прибыла. Поздравляю. Спасибо. Служу Советскому Союзу! Встать в строй! Есть! Младший лейтенант Шугаев! Я! Товарищ гвардии подполковник, младший лейтенант Шугаев для награждения прибыл. Поздравляю. Спасибо, Виктор Степанович. Держи. Служу Советскому Союзу! Поздравляю. Спасибо. Служу Советскому Союзу! Встать в строй! Есть! Там, на фронте, ваши братья и сестры с оружием в руках сражаются за Родину, за победу. Но куете эту победу вы здесь! Каждым поворотом гаечного ключа, каждым ударом молота, своим самоотверженным трудом. И от лица всех тех, кто сейчас борется на фронте с врагом, я хочу сказать... Спасибо вам за ваш героический труд.
Победа будет за нами! Ура! Спасибо. 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 Вы молодец. Вы замечательно сказали. Спасибо. Сегодня вечером будут танцы. Вы обязательно приходите. Я на такие мероприятия не хожу. Нет, нет, что вы. Обязательно приходите. Людям необходимо общение с прямыми героями войны. Они должны знать, для кого они работают. Вы видели, какими глазами они на вас смотрели? Они вам доверяют. Надо же, как с Михалевым-то вышло. Да уж. Ну, слушай, может, учтут ордена и там, что воевал дольше всех, только в звании понесет. Нет, не думаю. Скорее всего, в окопы. Уж лучше тогда в летный штрафбат, вон, стрелком на штурмовик. Тоже ничего хорошего. Ты же знаешь, они в среднем делают не больше 10 вылетов. Ну да. Бать, а ты что такой хмурый? М? Не переживай, у тебя орден будет. Я не переживаю, Лев. А за тебя рад, честно. Очень рад. И за Лиду тоже рад. Так вот, ну, в чем дело. Бойцы. Серега, поправь стропы. А? Стропы поправь. Понял. Каждую неделю вставляет. Аккуратно. Борь, ну ты даешь. Хватит. Ну чего ты? Охладись. Что, сдурел, что ли? Тюрился. Ну что ерунду ты несешь? Тюрился. Боец, я. Хотя, знаешь, Ленька, ведь действительно что-то совсем того. Я ведь только в последнее время о ней думаю. Борь. Все, порядок. Не мучайся. Вернется. Она скоро вернется. Да не в этом дело. Ты понимаешь, что как-то не вовремя все. Это война сейчас, а я тут... Борь, ну... Вы два сапога пара. Надолго? Пока не знаю. Что ж, обратно на фронте собираешься? Собираюсь. Ну что, потанцуем? Извините, я не танцую. Танцуем, спрашиваю? Лидия! Рад, что вы пришли. Могу с вами поговорить? Я вас слушаю. У меня к вам деловое предложение. Пойдете ко мне в замы? Нам очень нужны такие принципиальные, закаленные в боях люди. Вы меня захвалите. Вы знаете, я человек прямой. А сейчас? И говорю только то, что я вижу. Белый танец. Спасибо. Дамы приглашают кавалера. Спасибо, конечно, но я так сразу не могу ответить. Сколько вам нужно времени? День-два? Максим Сергеевич, позвольте вас пригласить. Извините, вы не видите, я разговариваю. Ха, с моей подругой, что ли? Ну, извините. Удачи вам. Давайте так. Вы два дня подумайте и мне ответите. По рукам. По рукам. Лидия! Лучше расскажите, как там на фронте общее настроение. А то невыносимо было слушать, что все время отступаем. А нам каково было отступать? Ничего, сейчас все изменилось. Техника лучше стала, и воевать научились. Скоро мы их окончательно погоним, и очень скоро. Это не только я так думаю. Это общее настроение на фронте. Очень хорошо. А мой фронт теперь здесь, в тылу. Да, нелегко вам.
Лида, в дом зайди, пожалуйста. До свидания. До свидания. Спасибо, что проводили. Угу. Лид. Ну, не ходила бы ты больше в этой гимнастерке, а? Это еще почему? Почему, почему? Потому что люди смотрят. Да ладно. Поздно уже. И так из поселка уезжать надо. Почему уезжать? Ты что такое говоришь? Да потому что замуж тебе надо выходить. Кто тебя такую замуж возьмет? Военно-полевую жену. Мам, ты что такое говоришь? Что? Вон люди говорят, все знают. Зачем бабы на фронте нужны? Тебя здесь так называют, фронтовая. Ты куда?